Александр, такой небанальный по сюжету, по развитию матч получился. Какие сейчас первые эмоции после игры? Да, опустошение полное, что проиграли игру, обидно. Сами видели, все прекрасно. Тюмень играла, в принципе, позволяла нам играть в целом. Мы тоже создавали, играли, моменты были. Я думаю, судейство сегодня было неудовлетворительное, откровенно буду говорить. И поэтому понятно, что Тюмень дома все равно наращивает темп, но так явно помогать как бы. Ну, не знаю, сейчас остынет, может, чуть мнение изменится у команды, так в целом. А так, я считаю, для болельщиков хорошая игра, зрелищно, много голов. Почему так неудачно Блик в игру вошел? Ой, не знаю, что-то мы как-то первые игры вот так играем, не можем войти, в минус залазим, просыпаемся, долго тушуемся. Все-таки команда дебютант у нас, много ребят, кто вообще не играл в элите мини-футбола, и поэтому молодежи много, я думаю, с этим связано. Так что только на этом могу акцент. Вообще результат отрицательный. По самоотдаче, по желанию сегодня команде вопросов не должно быть, в том числе и у вас как у капитана. Да, конечно, без проблем сегодня. Я считаю, все жили игрой, полностью отдали как бы. Все смотрим друга в глаза с поднятой головой. Отдали все силы. Жалко, проиграли как-то и все. Спасибо. Спасибо.